Разработчики игры Fishing Planet к новогодним праздникам приготовили отличный сюрприз игрокам. Christmas Vacation – это значит рождественские каникулы. До 11.01, то есть до конца каникул школьных, можем ездить в Канаду бесплатно. В Канаде появилось новое озеро White Moose. Поездки туда, как я сказал, уже бесплатны. Также скидки на лицензии для этой локации именно. Добавлены фейерверки, рыбы, друзья, подарки, а также много-много разных полезных и интересных мелочей. Также вот появилась к новогодним праздникам такая вот рыбка пушистик. Ну, это акционная рыба для этой акции. Будем ловить ее в Канаде. Ну, давайте для начала сходим в магазинчик еще, посмотрим, что там у нас новенького. Как видите, цены на лицензии остались прежними. Вот, никаких скидок нету. Тут, конечно, могли более открыто написать. А вот скидки есть только на Альберту. Это в Канаде локация новая. На нее есть скидки, и то только недели. Безлимитный, без скидок, к сожалению. Также нужно отметить, что добавлено много всяких новых предметов в магазине. Ну, в основном, конечно же, для высоких уровней, выше 20-го. Поэтому пройдитесь по магазину, посмотрите, что новенького появилось. Вот новая локация. Нажимаем «Поехали». Но прежде давайте купим все лицензии для этой карты. Так, первая, вторая и третья, чтоб уж точно ловить без проблем всю рыбу. А теперь можно и ехать. Ну что ж, пойдем половим пушистика. Для этого нам понадобится удочка матчевая, шайнер в качестве наживки, крючок размера 2.0-3.0, глубину ставим 1-1.5 метра. Леску я поставлю потоньше, чтобы подальше забрать. Ну и в принципе все. Давайте пробовать ловить. Заходим на помост и бросаем в сторону вот тех камней. Бросаем на расстоянии где-то 40-50 метров. И теперь смотрите, что будет. Вот я забросил. Кто-то пустил салют. И обратите внимание, пошла поклевка. Это не случайно, кстати. Замечено, что пушистики очень активно начинают клевать именно во время запусков салюта. То есть, если у кого-то есть салюты, не стесняйтесь, пускайте их. Ну, не совсем часто, но почаще, чтобы другие могли ловить пушистиков. Ловятся пушистики на блесны, либо на силикон, либо на воблеры. Или если на поплавок, то смотрите наживки, те, которые подходят для форелек. Вот так вот выглядит это лохматое чудовище. За поимку первого пушистика дадут набор фейерверков, салютов, которые вы сможете успешно выстрелить, там штук 5 или 10 салютов дают. Также за первого пушистика дают 25 кредитов, а также куртку Санта-Клауса или Деда Мороза. Куртка из себя ничего интересного не представляет, как и 25 кредитов, поэтому ловим чисто в свое удовольствие. Получив набор фейерверков после поимки первого пушистика, мы можем их использовать. И получаем достижение «Помощник Санты». А вот и куртка Санты, кстати. То есть не за рыбу, а за фейерверки дают куртку. Но опять же, куртка ничего не стоит, а фейерверки помогают другим игрокам ловить пушистиков. Поэтому не стесняйтесь, пускайте их почаще.
Единственное количество фейерверков ограничено. Смотрите, сверху справа написано, еще 4 штучки у меня осталось. Поэтому тоже слишком не частите. Также на этой локации ловится очень много разной другой рыбы. Ловятся они много на разных приманок, поэтому ничего конкретно говорить не буду. Спрашивайте в чате, люди вам все расскажут. Ловятся на силиконы, на воблеры, просто на поплавок. Вот сейчас в данном случае, видите, я ловлю на поплавок и на шаймера. Вот рыба уже почти вышла. Еще немножечко, давай. Вот красотуля какая. Смотрите, это называется атлантический лосось. Как видите, опыта за них дает прилично, так же как и критов, поэтому рыбачить на этой локации вполне можно, тем более на праздниках. Если хотите поймать щучку здесь, обратите внимание на правый край этой карты. По пирсу проходим направо до края, и вот тут есть две коряги. Вот между корягами, сейчас у меня произошел неудачный запрос, не вовремя я нажал кнопочку, еще одна попытка. Между корягами кидаем, и там живут очень много щук, обычных щук, которых можно в принципе без проблем таскать. Говорят, даже там есть уникальные щуки. Также здесь ловили уникальных пушистиков. Может, еще кого-то. Ну, трофеев много идет, поэтому ловите. Праздники, бесплатные поездки, скидки на лицензии. Почему бы нет? Вот, есть поклевка, подсечка, и выводим что-то довольно приличное. Выводим. 25 метров. Ну, в принципе, идет, не так уж и сильно сопротивляется. Вот она уже рядом, и готово. Вот такая красотуля. 2 килограмма обыкновенная щука. Неплохо. Также, как видите, появился раздел «Друзья». Человечки, иконка с человеком. Здесь мы можем сделать подарок другу. Ну, в данном случае у меня нету подарков, фейерверки кончились, а так можно подарить пока только фейерверки. Также в разделе обучалки появился фейерверк. Вот инструкция, как запускать фейерверк. Но чтобы получить фейерверк, вам нужно поймать сначала пушистика, помните. Вот так много сделали новенького разработчики Fishing Planet к Новому году. На этом пока все. Всем пока, до следующих видео.